Пострадавшие на пожаре просят помощи. Напомню, 5 августа сгорели 3 дома по улице Посадского. Один из них оказался нежилым, второй – двухэтажный. Еще несколько лет назад был признан аварийным. Жителям заплатили компенсацию или предоставили новые квартиры. А вот владельцы третьего дома находятся в сложной ситуации. Их жилье в собственности, и восстанавливать его придется на собственные средства. Полностью сгорела пристройка и часть здания. Также из-за пролива дома водой во время тушения огня пострадала крыша. Ее придется полностью менять. Нам отрезали свет, отрезали газ. Нам ничего не предложили. Хоть бы сказали, там какую-то вам комнату в общежитии, что-то это. Но я не пойду, естественно, в общежитие в комнату. Почему я должна со своего частного дома куда-то идти? Не моя вина, что он сгорел. Власти могут предоставить погорельцам не больше 15 тысяч рублей на восстановление жилья. Но этой суммы не хватит на ремонт крыши. Пострадавшие обращаются ко всем небезразличным жителям Саратова с просьбой о помощи. Связаться с погорельцами можно по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах.